Уроженец города Брянска вернулся на родину спустя 36 лет. Вся трудовая деятельность тесно связана с выбранным направлением. Окончил Олег Буглаев Институт транспортного машиностроения города Брянска. Сейчас продолжает нести обширную научную деятельность. К выполнению своих новых обязанностей приступил в январе текущего года. С 98 года перешел уже в Межрегионгаз и дальше вот уже непрерывно, практически с разрывом там 4 года последних. А так все время в структуре Газпрома Межрегионгаза Петербурга. О тесном сотрудничестве с межрегионом говорит и губернатор. Работа тесная на протяжении многих лет. У нас вот как бы с межрегионом работа такая идет постоянно. И если посмотреть и расчеты, и запотребленный газ по долгам, то оно снижается. На встрече намечены и дальнейшие планы работы. Главная стратегия – качество жизни людей. Мы должны обеспечить непрерывность и, так скажем, поставки газа в тех объемах, которые необходимы для населения, для того, чтобы для его жизнедеятельности. Поэтому вот основная задача о том, чтобы всегда у человека был газ на плите, и котел его работал исправно и давал тепло в дом. Мне очень комфортно здесь работается, прекрасный коллектив, условия. Обсудили и другие направления отрасли. Глава региона выразил надежду на качественную совместную работу. Мария Сливестрова, Денис Пашков, Сергей Дзюков. События. Брянск.